Здравствуйте, Арсений Селезнев, зверобой. Вот так вот вывез цыплят. Курчат в такое вот место под в тени груши. Тень уже сошла. Эта клетка проектировалась для того, чтобы вот такая сетчатая, для того, чтобы можно было вставлять вот такие палки поперек в качестве жердей. И вот там сейчас сидят четверо, то что я вижу, четверо сидят. С той стороны у меня вода, а с этой стороны другая пища и трава. Такое вот разделение. Пройти под низом нельзя, только можно перелезть, и я еще немножко усложню условия, и там будет немножко выше даже. Выше можно будет только перескакивать, и дальше клетка высокая, так что позволяет это сделать два яруса таких. Один жерди, а другой пол. Панцирная такая сетка. Сейчас буду переставлять. Сейчас попробую снять видео, переставить, как она переезжает, и спустить экипаж и сделать, чтобы колеса убрались. Посмотрим, как это будет выглядеть со стороны. Арсений Селезнев, зверобой. Вот такие вот жерди, очень простые. Здесь применен подсолнечник, солнечник довольно крупный, и внизу ветка с этого с дерева. Здесь у меня специально вырезано под шестигранник, чтобы не крутилось. Но видно, что она не дает того эффекта. Его надо переставлять повыше, а вместо нее какую-то другую палку. Арсений Селезнев, зверобой. В общем, делаю жерди в такую клетку. Жерди нравятся цыплятам. Глаза такие на выкате. И будут они скакать. Чем дольше они пройдут расстояние от еды до воды, тем спортивнее будет форма. И не надо будет огромную клетку держать. Достаточно будет вот такой вот. Поехали. Арсений Селезнев, зверобой. В общем, делаю жерди. Буду устанавливать их под разными, на разной высоте, на разных углах, чтобы они перескакивали. Подписывайтесь на канал. Смотрите обновления. Пока!